Тем, кто не попал, там в рейд что делать? Ну, второй рейд. Когда? Думаете, что ваш кровавый магии? Второй рейд когда? Скажите, пожалуйста. Посмотри в календаре. Там нет. Вот в том-то и дело, что в календаре его нет. Значит, нет. Не, по-моему, есть, сейчас скажу, да. Нету. Я только что чекал, нет. Так замен или что, или что у вас, блядь, опять происходит? Власти, интриги, расследования. Го обратно, го обратно, тут. Твой назад, принимай сумму.
Один Коли Крист из вас выдумал. Заходите в комнату. Метки на вас, соответственно, тридным меткам на кубах. С креста выходят демоны их подбосса. С черепа бесы. Их ждем, пока будут все, и по команде заливаем ЛЕ. С квадрата выходят 4 скелета. Их отводим от рейда. И уклоняемся от 4 волн, которые они испытывают. Мне в танках? Танки отъехал сомалийский Шреддер и Винар. Подожди. На пусть Эвинар подъехал. И давай Эвинар с Шреддер. С близкий заехал на трэша. Алиса на трэш или на боссе? Бежали по своим кубам. Идет каст. Нажимаем.
Бесы. Пока что собирайте бесок. Бьем пока босса. Вот чат читаешь? Илрей, ты тут? Да. Нажимай, пожалуйста, лечение. Либо через бес. В беса все играем. Демоны. 58 у босса. Вот демонов по боссу и ДД по боссу. Воротам, все к воротам. Демона доливайте. В лужах не стоим, метки не ловим. Вышли с лужи. Вышли с лужи. Шарп стук на еще лужа, выйдите с лужи. Блин, запах. Выведи в центр, где нет луж босса. Отведи босса из лужи. Вся жопа босса стоит в луже. Выведи быстрее. Не вставайте в лужи, они дамажат гораздо сильнее, чем на первый раз. Схил утереть.
Почему он стоит тут? Включу випку. Печенька 200 гп. Что? Так. Пан получается, да? Нет, никто не взял, у меня лежит. Ой, там тряпка. Дисконнект? Да. Да, походу. Отойдите 3 минуты, налейте чай себе там. И потом заходите.
Заходите. Ну что там заходит? Да, 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 заходите. Че, манатки пропали? Бля, только не говори, что он живой. А, нормально. Нет, он мертвый. Меня слышно, ребят? Да. Летим на маленьких, а не гуля. У меня там ткань лежит, это еще что-то там. Левая рука, вот это вибит, там если надо.
Так вот, я говорила то, что какого-то хрена откатило босса, потому что он меня не засчитан в охоте. А, ну это бывает. Напиши. Но, ну вот тут зато не откатило. Не, мне пофиг, я в принципе в обычке сделаю. Ой, ну зад ты зайдешь. Такие люди, как Электро, Шам, Император, Випка и ДНМ, вы тут? Да, летим. Да, летим. Электрошам плюс аневрейт. Значит, Электрошам, у тебя вкачано рассеивание проклятий в ветке хила шамана. Как там называется? Исцеление духа или как? Очищение духа. Очищение. Нет, не вкачано. Портуйся и перекачивай ветку с этим талантом. А может ему не надо, я подиспелю. Я сказал, портуйся, перекачивай ветку с этим талантом. Это обязательный талант. Если маг рядом, ставьте порт. Если нет, то пользуйся камнем и меняй спек. Проклятие умеет диспелить Випка, два шамана и ДНМ. Эти четыре человека должны будут диспелить проклятие со всего рейда. Если этого не сделать, то мы вайпнемся. Если мы вайпнемся, то я посмотрю, кто мало проклятий диспелил, получит этот человек ГП. По очереди давайте прожимки и не вайпнемся. Мне нужна цель. Надо диспелить для следующих проклятий обязательно. Да это понятно, но даете просто прожимки по очереди их все. Да, Сумон. Сейчас. Кистеру кто хотел, Электрошам или кто? Да, я хотел. Thank you.
Так, Самарийский, сколько ты даешь ретрики? 10 плюс. Ладно, давай шреддер в ретрика. Самарийский, танчишь квадрат. У тебя танчишь двоих. Алиса, череп. Отъехал, танчишь крест. Отъехал. Не забудь притяжкой притянуть босса, когда он начнет кастовать адское пламя. Только не в рейд. Он танчит его, он не в рейде будет стоять. Хорошо, отъехал. Самое основное, это здесь диспел хорошенько застроить рейд. Две цепухи есть, там БЦ есть. Дру есть, хуликал есть. Ты попал, хилишь через частица на ути. Какой-то из шаманов волной исцеления хиньте ути тоже и держите его в щит. Пипка не забывай тоже, вот и хорошенько ути, чтобы он не сдох. Танчит два босса. Чек. Так, стоп, это, стоп. ДЦ у нас нет, да? Бычий голов ДЦ. Не знаю. Валь, вот он ДЦ, отлично. А у тебя есть ШП? Валь, ДЦ, за. Да, но я там 3К ДПСа. 3К? Случайно дула, блять, тварь. Будет за магика сколько ЕП? За магика. Ну, наверное, 333. 300? 333. Ок. Ну, там 1000 за 3 босса получается. Что у этого, у Нузада, проблема с интернетом? Ну, а в рейде нет, ты его заменил.
чтоб он не надо не 90, а меньше или как? 90. Да, я помню, что там стойка дает вроде 10%. Пьем кружок. Великий тоже может. Ну, киглера миликом нельзя бить, если чё. Лезть. Там ответ короля пусть клюют. Там же меньше дамаг. Ну, пусть АФК туда. Что им катится как раз. Нет. Там на 80% снижение или дамаг. Что великом бесполезно. Притяжка. Дадите из побоса. Отъехал, не спи. Мог вайп потерять сейчас. Будь повнимательнее. Две секунды активации, добивайте. Милики отошли. Так, идите, милики. Аура появилась. Буду закидываться, если вы милики будут. Их уже навело.
соответственно, он от вот этих, когда конфетам урон наносит, тоже хилится. Да, от всего. Поэтому тоже вызывать надо. А если Милик бьет дальними способностями, то он захиливается? Он хилится, написано на дубах, то что излучает темную ауру. Она дамажит вокруг него. И он хилится на 200% от нанесенного урона. То есть если подойдет бабл. Если подойдет паладин в бабле и будет бить, то он хилиться не будет. А если я буду стоять на ранже и бить ЛПшкой? Если тебя не будет доставать его аура, то он не будет хилиться. Там нет, не от атаки хилиться. Хилиться не от атаки. А от, от ренжи. То есть вызвать много зомби в бладстойке. Нормально, да? Палец вроде. По бомжам идет урон. Они типа. Лиз, сколько хп у бомжа? Каких? У зомби, ну, или у бомжей? У бомжей. Ну 20-20 как где-то, ну, как у Миликов. Ну ты если бы вызвала там, то он бы сразу на фул хилился. У черных зомби 10 хп нормально, да? Почему на зомби может танчить? Вальдеза, а у тебя ШП точно хуже, чем ДЦ? Я абсорб посмотрел. Ты даже не знаешь, что тогда в ШП там. А когда его фрестек, что в топе по абсорбу? Ну уж оставайся в ДЦ. Наконец-то ТПС босса. Или у всех сломался рекаунт. Перешел, положил шарфи стула, пошел назад. Стоп, а это кто сейчас говорит? У тебя, короче, голос почти как у Медвея. Ты так говоришь, наверное, человеку десятом. Нет, типа у Медвея такой голос выделяющийся, а у этого чувака он прям похож. Я вот помню, прям где-то месяц назад кто-то заходит в Дискорд, говорит: ты кто? У тебя голос как у Медвы. И еще до этого также было с каким-то другим челом. Да ну. Я не понял такого. Ты скажи спасибо, хорошо, что не как у Войда голос. Войда классный голос. Войда, ты специально такой голос делаешь или нет? Да, яйца прищемляю, блядь. Нет, ну просто типа он делает его каким-то, я не знаю, сексуальным штукам. Войд, 8 лет, отдыхай. Я это не в первый раз говорю, у него реально такой голос. Я могу разные голоса делать. Ой, сделай другой. Такие вы даже не слышали никогда. Сделай голос как у Артуса. Я не могу, у меня час ночи. Могу сейчас такие голоса делать. Надо просто заорать, да? Ледяная скорбь, повинуйся! Только голосом Войда. Не особо орёт сильно, если честно. Когда он говорит «Ледяная скорбь, повинуйся мне», он прям вообще уши закладывает. Ну, это
Часто его диалогов говорят с обычным спокойным голосом. Кто хочет, чтобы Войт говорил голосом Мурлока, плюс в чат. Я хочу, чтобы он говорил голосом Арти. А все, что составляет мою сущность, это злость, безжалостность, отомщение. Ну, сука, я знаю эту фразу наизусть. Вот, ждем завтра Мурлока на РТ. Хочу Арти. Звучит двухсмысленно, да, но я хочу... Ну, я хочу Арпаса на полу, в смысле. О, ты хочешь, Арпаса хочешь, что еще хочешь? Голосок у медведя хочет. Спасибо. Кольцо себе в целуха хочешь, 4-5, давай еще. Кольцо сит. Так, это прилив... Нет, глубинную брошь приливного странника. Все сказала. Приливную... Ой, нет, глубинную брошь приливного странника. Приливного странника глубинная брошь, да, мы помним. Сейчас, я линка. Мы знаем, что это. Дайте этот, Джифса, есть какой-нибудь Джифс? Давай, Вивка. Глубинная брошь приливного странника. Озвучиваешь то, куда бежит за 200 ИП. Значит, Лиса и отъехал на боссе. Шреддер, звезда, Савалийский, кружок, путь, ромбик, закрываете. СС есть, Локи? Отлично. 125 усилков выносливость. Хамков на Випку, Дайгрин на утёк. Я на боссе, да. Аспер, ты тут? Да. Аспер, ты тут? Так, дашь СС для кого-нибудь, пока оставь камеру себя, ищите рыбу. Ты сказал, где отъехал, закрывает? Отъехал с Алисой на бусе. Чек на пут. Что? Чек на пут. Всё, понятно. Ты как знаешь, как сейчас пики. Как дела, черномазый? Что ты сказал? Как дела, черномазый? Как? Когда поставят босс? Давайте Геру. У тебя ближе к ромбику подойти. Я успею. Я успел. А почему я? За что меня? Треугольники закройте. Ноги сломаны. Хорошо, что не руки. Треугольник закройте. Уйди оттуда. У тебя. Ой, ты чего? Да хуй знает, подо мной рук не было. Походу, какая-то невидимая рука есть одна, она всех лопает.
шилите. Сзади везде я закрою. Точка, точка, точка. Я вовсе не шапка. Один танк в звезду. Тут везде закройте. Шанта лучший. Уйди, у тебя справа. Везде, везде, везде. Шаман. Земля тебя пухом. Ты выжил. Утя, звезду, Утя, звезду, звезду, Утя. Блять. У него куча стаков. Уйди из звезды, Шам. Я закрою две в звезде. Какие-то там. Справа может быть рука, возможно. Уйди, Утя, Утя, уйди. Добивайся. Руки зависли. Во. Отлично, у меня ровно закончился портал. Сами камушками. Аспири, я так понимаю, да? Угу. Войд, дай путанице кожаный пояс. Всем до завтра. Ты меня про 200 ЕП тоже обманул? Я забыл. Я сам могу.